Это наши чудесные хвостики в Тарасовке. Это вы все уже почти перенесли к Вите в Тарасовке. Все, там еще сейчас несколько банок будет, все нормально. Приезжайте, ребят, сюда, есть что передать. Лекарства нужны, пледы, одеяло и так далее. Так, друзья, мы в гостях у Вита в Тарасовке. У него очень много собачек, многие инвалиды, старенькие. Сейчас передали корм от наших читателей. Огромное спасибо. Сейчас еду в Рыжий Кот, в первый, во второй. Там везде животные есть наши. Огромное спасибо Вите. Кто хочет, пожалуйста, присоединяйтесь. Контакты будут, связывайтесь. Всегда можно чем-то помочь. Большое спасибо. Спасибо. Место подъехать, конечно, тяжело здесь, но возвращаемся. Чудесное. Друзья, огромное спасибо всем, кто помогает животным.